Всем привет! Сегодня на обзоре у нас домкрат гидравлический. Фирма это Steyr Red Force 43-152. Подкатной подход 125. Да заебал ты, что ты, блядь, обзор мне мешаешь? Ты обзор, Так, подхват 125, подъем 320. Грузоподъемность 2 тонны. Вес 6,5 килограмм. Домкрат выглядит следующим образом. Как обычно, подкатной домкрат. Дешевенький. Стоит он 2000 рублей. Здесь тарелочка. И большая тарелка. Все поднимает, в принципе. Хотя, что-то не так. Без нагрузки. Нагрузочка. Испытываем на примере подъемного Лады Гранты. Есть штамели, конечно, много, но если поднимет, это уже хорошо. В плане поднимет, если хватит по высоте. Угу. Смотрите, стандартная машина. Стандартный подрамник Лада Гранта. 14 колеса. Задняя, то есть, соответственно, если сейчас заднее колесо ставится, тогда я могу сказать, что колесо поставилось только-только, прям тык-притык, поэтому могу сказать, что 320 или 100 маловато, прям мало-мало, надо брать, наверное, минимум 350-370, но в целом пока неплохо. Я показал сейчас, маленько его протестим. Сколько он стоит? А? Сколько он стоит? 320. 320? Подведя итоги, с домкратом Steyr можем сказать, что протестировали его примерно 1,5-2 месяца. Показался с крайне хорошей стороны. Единственное, не хватает высоты подъема. Но это терпимо, что там в характеристиках есть высота подъема, что он 320. Нигде масло не потекло. Все, в принципе, допустимо. Поэтому советуем покупки. Они, кстати, бывают двух видов. Бывает просто, ну, домкрата, бывает в кейсе. То есть и разница порядка 400 рублей. То есть ничего не откручивается, все классно. Поэтому советуем, приобретайте. В принципе, не пожалеете.